Обращения и заявки жителей по работе медучреждений в ходе тематического совещания, прошедшего окружной администрации, обсудили глава муниципалитета Андрей Иванов и его заместители, активные жители округа и одинцовские депутаты от «Единой России». Продолжаем нашу с вами последовательную работу. Поставили перед собой цель мы вывести нашу медицину на совершенно новый качественный уровень. Работаем точно не для отчетов, а для того, чтобы добиться результата. Затронули кадровые вопросы, плановый ремонт и строительство поликлиник. Глава округа подчеркнул, что в обсуждении данных проблем важна постоянная связь с жителями и их присутствие на подобных совещаниях. Нужна обратная связь обязательно от жителей, от наших инициативных групп, которые сегодня присутствуют. Потому что зачастую, так уж бывает в жизни, презентации, отчеты сильно отличаются от того, что есть на самом деле. Чтобы у нас такого рассинхрона не было, мы поэтому будем встречаться регулярно и подводить некие итоги. При этом работы ведутся по каждому обращению, которые поступают на электронные сервисы. Андрей Иванов отметил, что такие встречи станут регулярными. Постепенно будут отработаны все обращения и урегулированные замечания по работе медучреждения муниципалитета. Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».